этом выпуске я бы хотела вам продемонстрировать тоже не менее красивый вариант обновленной кофточки, но уже без кружева. Давайте посмотрим. Выверните кофточку наизнанку и отрежьте аккуратно горловину, а также разрежьте плечевые швы. Подготовьте длинную полоску яркой ткани и перешейте ее по краям срезанных плечевых швов и горловины. Старайтесь повторять изгибы изделия сверху. Теперь нужно сшить перед и спинку изделия. Для этого пришиваем бусины, соединяя эти части между собой, вот так. Добавим кофточке немного декоративных элементов. Из остатков ткани, ленты и бусин я сделала бантик, который решила пришить нижней части кофточки. Также я приклеила немного бусин, выложив их в форме сердечка. Обновка готова! На пошив этой кофточки у меня ушло всего 40 минут. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на мой канал, будет интересно. Всем пока!